А активисты еще одного детища звездочки, туристического клуба «Беломорец», вернулись с очередной культурной экспедиции. На велосипедах они покоряли Белоруссию, Северный Кавказ, Крым, поднимались на Эльбрус. А сейчас преодолели 800 километров. Выяснили, где родилась электросварка. Родина создателя первого электрода в Ивановской области. В 1998 году в городе Лух официально открылся музей изобретателя Николая Бонардоса. Подлинные чертежи, атласы, приборы, двигатели. Единственный в России музей электросварки хранит более сотни экспонатов. В музее были и тематические встречи. Одна из них прошла с ветераном Великой Отечественной войны Анной Гавриловой. 95 лет, была зенитчицей. Вот, ее одну из многих девчонок забрали из Иваново на войну. И вот она сначала охраняла небо Москвы, столицы нашей Родины, а потом уже стреляли и даже по Берлину. То есть она такая боевая девчонка была. Вот и бабушка очень нас заворожила. В свое следующее путешествие активисты «Звездочки» отправятся следующим летом. На велосипедах они поедут до Тулы. Это порядка 1500 километров.